Конфеты. Любимое лакомство и вкусный подарок на любой случай. Но как обыграть его, чтобы с банальной сладости он превратился в оригинальный сюрприз? Самым лучшим решением будет букет из конфет. Здравствуйте! В эфире передача «Made in Samara» и я, Анастасия Лихачева. Сегодня мы покажем для вас удивительный мастер-класс по изготовлению букета из конфет. Рядом со мной находится очаровательная девушка Анна. Анечка, привет! Здравствуйте! Расскажи нам, пожалуйста, что мы сейчас будем с тобой делать. Мы сегодня будем делать лукошко. У нас там будут симпатичные цветочки, вот примерно такие. Мы с вами используем две техники для того, чтобы сделать наше лукошко. Оно будет миниатюрное, но подходить практически на любой праздник. То есть, будь то день рождения, или просто вы хотите подарить какому-то близкому человеку маленький сувенир. Можно также красиво украсить, например, уже готовую коробку конфет такими же цветочками. Дорогие друзья, хочу подчеркнуть, что то, что мы сделаем сегодня, вы сможете повторить у себя дома, поэтому запоминайте или даже записывайте, я думаю, вам это пригодится. Все материалы очень доступны, вы их можете купить в любом магазине, поэтому должно быть интересно и актуально. Аня, давай обо всем по порядку. С чего мы начинаем? Ну, мы начинаем с того, что мы с вами уже, можно сказать, подготовили наше лукошко. Ну, можно взять любую корзинку, коробочку, все, что пожелаете. Все может подойти. Я буду использовать флористическую губку, но можно взять, например, тот же самый пенопласт. Если у вас остался кусочек пенопласта, не выкидывайте его, он вам обязательно пригодится. Для того, чтобы нам украсить наше лукошко и подготовить полянку, на которой мы будем делать цветочки, нам надо вырезать кусочек ткани. Мы берем наш кусочек флористической губки, вкладываем в ткань и вставляем в лукошко. Вот. Подготовив полянку, мы сейчас с вами займемся непосредственно уже цветочками. Для того, чтобы сделать цветочек, мы берем любые конфеты, которые у вас есть под рукой, какие вам нравятся. Можно подобные формы, можно взять, например, округлые, тогда будет еще удобнее работать. Ну, у меня вот сегодня такие вот колокольчики. Мы берем, вставляем палочку, закручиваем. Видите, тут удобно то, что он есть хвостик, мы его вставили. Берем кусочек скотча, обматываем. То есть с конфеткой ничего не происходит, ее можно будет потом спокойно съесть. Я ее ничем не замазываю, я ее просто креплю скотчем. Да. Микробы туда не попадают, она у нас полностью в упаковке, да, герметично. И вот мы делаем несколько заготовок. Я присоединилась к Анне и тоже решила попробовать сделать букет из конфет вместе с ней, чтобы понять, можно ли будет потом его сделать самостоятельно дома, или это сложно. Мы сделали необходимое количество заготовок. И пока все вполне по силам сделать новичку. Следующий шаг. Мы берем бумагу. Вот еще одни ножнички кладу специально. Будем делать в две руки. Бумагу. Надо ее развернуть. То есть, ну, отрежем, пожалуй, пока что где-то, ну, сантиметров 15 на глаз. Мы просто по прямой отрезаем. Она очень хорошо режется. То есть здесь используется гофрированная бумага. Она продается в любом магазине канцтоваров, в любом флористическом магазине. Стоит она доступно. А такого рулона вам хватит, ну, наверное, на букетов 15-20 как минимум. На целый год. Да, можно сказать, на целый год. Главное, чтобы была фантазия. Теперь, после того, как мы отрезали, мы берем, и вот тут есть специальные полосочки, такие прожилочки, мы вот прям по ним вот тут вот начинаем прорезать аккуратненько. То есть мы делаем такие мини-заготовочки. Мы сейчас посмотрим, сколько нам хватит. Нарезаем бумагу на одинаковые полоски. Этот процесс занял не больше минуты. И после того, как мы сделали заготовочки. Одна мини-чуточка. Ну, ничего страшного. Мы берем, сгибаем вот такой вот гармошкой. То есть неважно, лицевой стороной, внутренней стороной, мы просто вот гармошкой складываем. После того, как мы ее сложили,
гармошку нашу, мы отрезаем такой полукруг. То есть вот тут у нас получилась вот такая вот гармошечка. Угу. Теперь, когда мы вырезали наши заготовочки, берем, например, одну, тоже бери, вот тех конфеткам. Но сначала мы берем и делаем вот так пальчиками. То есть мы делаем дырочки, такие, формируем, вот растягиваем. Нет, вот снутри желательно. Потому что... Вот, да, вот так пальцами растягиваем через определенный промежуток. Угу. Закрутиться? Да, он должен закрутиться. Потом мы берем сверху листочек и вот так вот расправляем. То, что мы разрезали, мы расправляем аккуратненько. И у нас получается такой гармошка беспредел. Потом мы берем, вставляем туда конфетку и вот так вот ее начинаем закручивать. То есть она у нас превращается вот в такой вот бутончик. После того, как мы примерили наш будущий бутон, убедились, что он красиво получится, можем смело его приклеивать. Либо клеиваем пистолетом, либо сажаем его на обычный скотч. Вот у меня есть, к счастью, клеевый пистолет. Мне уже удобно с ним работать, я уже к нему приросла. Поэтому просто вкладываем конфетку и опять закручиваем, формируем ее. Я люблю оставлять, чтобы было видно конфетку саму, потому что все-таки, когда даришь, человек смотрит, ага, конфетка, это очень интересно. В этом деле важно действовать аккуратно, чтобы горячий клей не попал на конфету и она не растаяла. Клей схватывается быстро, поэтому наша задача нанести его тонким слоем и быстро зажать пальцами буквально на пару секунд. Следите за тем, чтобы клей не попадал на руки, дабы не обжечься. В этом смысле скотч безопаснее, но с клеевым пистолетом дело продвигается намного быстрее. Возьмем для интереса розовый теперь. То же самое проделываем. Можно беленький, да. И проделываем то же самое. То есть мы делаем такие ямки небольшие. Потом мы раскрепляем конечки. То есть, чтобы у нас была такая имитация лепесточка. Что у нас раскрывается. Чтобы лучше было видно конфетку потом. Берем опять, прикладываем, смотрим, как у нас оно получается. Скручиваем. Вот он у нас, бутончик получается. Значит, можно заклеивать. Если вы уверены в том, что у вас получится красивый цветочек, то можно, конечно, так не проверять. Но я всегда прикладываю, потому что мне так удобней. Я должна видеть, какой у меня будет конечный результат, чтобы потом не переделывать работу. Потому что бывает такое то, что поспешишь, и не получится потом ничего. Вот он у нас розовый. То есть они у нас сегодня будут разноцветные, симпатичные. Вот мы сделали 4 бутончика. У нас такие получились яркие. И теперь мы сделаем открытые цветочки. Для этого нам понадобится взять нашу заготовочку, разрезать ее пополам. То есть мы сложили ее и разрезали пополам теперь. Взяли одну половиночку. Делаем точно так же, как и в прошлый раз. То есть мы серединку выпрямляем. Получилась у нас вот опять такая гармошечка. Теперь мы расправляем листочки, наши лепестки. И вставляем туда цветочек. То есть мы проверяем. Вот он у нас бутончик получился. То есть тут уже конфетка у нас будет с вами закрыта. Но так как я уже сказала, что это будет открытый цветок, нам потребуется несколько кусочков бумаги. Первый мы делаем бутончик. Вот мы его, можно сказать, заготовочки сейчас сделаем. Мы каждому цветочку сейчас сделаем такой вот бутончик сначала. Заготовки для раскрытых цветов мы сделали быстро, уже по отработанной схеме. Дальше мы берем опять листочек
И разрезаем, то есть вот у нас получается вот эти вот грани, которые мы вырезали по кружочке, мы их разрезаем. Получаются такие листочки. Вот они у нас получились. То есть такой заборчик получился. Угу. И теперь мы, как тут, сердцевинку раскрепляем, но мы делаем теперь у каждого листочка так. То есть у нас каждый листочек будет такой округлой формы. Также опять распределяем лепесточек вверх. Теперь после того, как у нас получилась такая гармошечка, мы берем, прикладываем ее к цветочку. То есть он у нас будет вот такой. Но мы кладем не просто вот ровно вот так вот, а мы делаем с напуском с таким, специально, чтобы он у нас более объемный был, более широкий. То есть вот он у нас вот такой вот получается. И потом мы вот будем распределять эти все листочки. Оно будет так вот пышно смотреться. И опять та же самая техника. Берем, клеим, либо хотите, после того, как закрутили, посмотрели, понравилось, обмотали скотчем. Так вот закрепляем. Теперь все, вот оно у нас такое пышное. После того, как мы вот так вот его скрепили, мы распределяем еще раз каждый листочек, чтобы у нас было видно то, что это не просто какой-то кусок, а мы его делаем, по крайней мере, стараемся сделать по образу и подобию похожим на лепесток. Дорабатываем оставшиеся заготовки и переходим к завершающему этапу. Как видите, все это можно сделать буквально за 15 минут. Ну, может, у вас времени уйдет чуть больше, Анна все-таки профессионал в этом деле, да и мы немножко помогали. Но в любом случае, все реально сделать самостоятельно, если очень захотеть. После того, как мы доделали все наши цветочки, не бойтесь, их можно будет расправить потом, поэтому, в принципе, сейчас не особо обращаем на вид. Мы берем кусачки, так как все-таки тут палочки, и ломать не очень удобно. Ну, так вот берем и откусываем каждую палочку. То есть у нас получаются такие цветочки на палочке. Когда наши цветы полностью готовы, нам осталось сделать листочки, или, как их называет наш мастер, пушистики, которые вместе с цветами составят целую композицию. Для этого мы берем два квадратных кусочка ткани, сворачиваем их и при помощи клея сажаем на зубочистку. Для небольшого лукошка нам понадобится около 30 штук. Цветы распределяем на флористической губке и нашими пушистиками закрываем просветы, чтобы губка не торчала и получилась красивая цветочная полянка. Декорируем цветы в произвольном порядке жемчужинками, будто на лепестках капельки росы. Сажаем бабочку, и вот наш букет из конфет готов! Дорогие друзья, главное за любое занятие браться с душой. Надеюсь, вы получили сегодня массу удовольствия и какой-то полезной информации для себя. На этом наша передача подходит к концу. С вами была я, Анастасия Лихачева. Увидимся!